О, давай, короче, Серега, пролечу немножко, проверим. Ух ты! Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, как всегда, отличное настроение. Сережка, поздоровайся. Приветики, омлетики. Мы решили продолжить рубрику по прохождению новым карт Horror. Карта называется Хэллоуин. Если тебе текущий приятного аппетита, а мы начинаем прохождение. Серега, как тебе впечатление про эту карту? Страшно. Октябрь 31 октября 22 года. Ну, тут скажешь 31 года. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Чем больше лайков, тем больше классных карт по хоррору будет. Так, давай сначала посмотрим, что здесь по улице, да, вообще у нас происходит. Тут какой-то, выруби фонарик, тут вообще что-то такое вот, голографическая какая-то фигня. Это статистика просмотров этого ролика будет. Тыквы, страшный старый дом, страшные звуки, призраки. Это график. Смотри, что здесь лежит. Чел, что-то такое стрёмное. Бедный чел. А смотри, кто тут стоит. Эй, красавец. Эй. Он горит. Ого, Дима. Это ты ударил, да? Это я электросчетчик. Че, о, телефон, слышишь? Да. Идем. Наш Серега очень хорошо английский, значит, сейчас будет, наверное, переводить. Давай. О, офигенные звуки здесь. А что она сказала, эта девочка? Help, мне кажется. Я не услышал что-то. О, ружье. А ружье взять нельзя. О, ружье, а это вообще тоже. А ленина. В холодильнике нету, пожрать ничего. Идем на второй этаж. О, смотри, с какого это фильма, ты помнишь? Астрал. Ой-ой-ой. О, это что, это книжка или кассета? О, идем в телевизор вставим, там же телевизор. Будем фильм ужасов смотреть. Так, наверное. О, я включил. О, это реально Астрал, кажется, а нет, это вообще другое. Это фильм «Звонок». Звонок раз? Это со звонка, когда она в зеркало смотрела, да. А чё тут, чё-то кадры не похожи. Может, со всех фильмов нарезали. Так, я чё тут смотрю, что здесь на втором этаже есть? Но больше ничего здесь нету. Пианино не играется. Тыква не естся. Игрушка. Эй, Мишка Фредди. Так, идем еще посмотрим на тебя. А у Мишки глаза чё-то красным горят, Дим. Да? Да. Смотри. Видишь? Не, да. Нифига себе. Может, его куда-то надо притащить? Не знаю. Может, на улице что-то там надо? О, видел, там на стене какой-то портал был? Может, нам в портал надо зайти туда? Давай глянем. А, уже нет. Я видел, тут портал был на стене. Может, медведя надо куда-то? Не зря. О, смотри, тут... А, я думал, тут на второй этаж можно пойти. Это краб расчленный. Топор. Топор нельзя взять. О! Я его убить не могу. Топор тоже. Да, ладно. Фиксим. А тут что у нас? Тыквы. Слышишь звуки? Кошка, да. Кто-то мычит. Ребятушки, включаем карту. Очень стрёмная карта. Если ночью будете смотреть, в наушничках и погромче. Не фигня какая-то. Что здесь, туалет какой-то? Вот туалет. О, что тут написано? Beware dog. Злая собака. Этот, слоник. Так, еще здесь. Тут куча зданий. О, Демогаргон. Демогаргон. Фонарик можно? О! Погнали. Эй, нельзя туда. Гном там, там гном. Я его не могу достать. Значит, не надо его доставать. Так, изучаем дальше. А я достал. С ганом? Нет, грави пушкой. Может, здесь кто-то еще?
Эй, гном, для чего ты нам нужен? Скажи нам, не молчи. Может, его надо поставить куда-то? Не зря же так там можно было сломать. Разбить туда, винтить сюда. А ну можно вообще? Дима, я гнома поставил. Где портал, по идее? Ну-ка. Ну-ка. Может, игрушку надо еще поставить сюда, еще вот, какую-то? Вот, вот, смотри. А ну давай, 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 давай. Не. Может, этого мишку надо? А я мишку ставил. Нифига. Надо, видимо, что-то другое найти. Поищем. Голова это? И стрёмные голоса, типа, я убил его мать или какое там говорится. Мы должны догадаться. В любом случае, мы догадаемся сейчас, да, Серега? Да. Я вообще бы это бы с Мишкой не догадался, чем с гномиком этим. А может арбуз этот? Серега, иди на второй этаж, ты офигеешь. Бегу, 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 я уже на втором. Чё? Смотри на картину. Пропала. Да как, а где она теперь, как ты думаешь? Под кроватью. Нет, ты хоть не пугай меня так, какой под кроватью, ты чё? Представь, ну, стрёмно было бы, да ноги торчали там. Я вообще бы не подходил бы тогда. Я картину какую-то взял со стены. Где? А вот тут была наклейка, я ее забрал. Ну-ка, может, ее надо на второй этаж? Ну, давай попробуй сюда. Не, вообще ничего. А может, выйти отсюда как-то можно, не? А нет, туда нельзя выйти, а было бы классно. Контрон. Так, разработчик, что ты тут намудрил? Непонятно, что дальше делать. Мы что уже, за бодягу? Только карт прошли офигенных, а тут понимаем, что делать. Сейчас поймем, Дима, сейчас поймем. Ну-ка, может мишку куда-то все-таки еще раз попробую его поставить. Давай. Не, может сюда куда-то. Очень может, еще одного гнома надо куда-то? Ну, может, так а где его взять того? Надо смотреть. О, еще одну картинку взял. Дерево. Две картинки уже есть. О, это в унитазе говно. Ничего нового. Вот еще. Все, три картинки нашел. Вот, что написано? Самосинг. Мишку. Можно брать мишку и слоника. А что с ними делать? Вот такой вопрос задается сейчас. А-а-а. Еще. О, Дима, портал открыл. Серьезно? А что ты сделал? А, арбуз. Серьезно? Опа! Паркур! А не, можно просто пройти. Че? Смотри, ничего не надо паркурить. Ух ты! А где вы появились? В том же самом месте. What the hell is that? I don't understand. Ну еще раз попробуй зайти. Еще раз зашел. Я сейчас взял. О, я упал. А где слоник? Там какой-то челик стоит напротив. Иди посмотри. Смотри. Это Слендермен. Серьезно? Да. А его не было там, это точно я помню. Да, его не было. Вали отсюда. А где Миша? Ой, этот слон. Надо слон куда-то по. Попробуй его в гараж, там, где что светится, вот, отнести. На машину да я нажать? Попробуем на машину, не? Ну-ка. Здесь ничего не нажимается, к сожалению. А ты просто поднес и арбуз сам поставился? Да. Я решил проверить. Чисто от фонаря. Так, есть еще, ну, допустим... Вот очень тут... сложная карта, как для прохождения она сложная, да? Да, так и есть. О, давай я, короче, Серега, пролечу немножко, проверим. Давай. Ух ты! Я, короче, до этого Слендермена пролетел. Это трэш, ты че так пугаешь, мужик? Попробуй еще раз пролететь туда. Посмотреть, можно тут походить? О, тут можно походить. Это что, тут хоррор, когда мы не сможем пройти его? Да, походу. Ух ты, какой-то челик стоит за угла, выглядывает. У меня аж мурашки по телу от страха. А не, мы должны пройти, вы чё? Я, Серёга, тут уже полкарты удалил.
Я тоже. Удаляем, короче, ребята, всю карту. Мы не знаем просто, что делать. Мы первый раз попали в такую ситуацию, когда мы не знаем, как пройти хоррор. Очень сложно. Ой, я удалил картину, где это... Я все удалил на втором этаже, Серега. Это цирк. Все удалили. И что делать? Ну и удалили мы все. И что? Ты даже телевизор удалил? Да. Ой, ребята. Серега, давай взорвем эту карту. И Слендера тоже. Чтобы в следующий раз делали нормальные карты с концовкой. Что они делают нормальные карты? Сейчас в конце вы прошли карту.